Здравствуйте, девочки и мальчики! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами сделаем вот такую морковку. Для работы нам с вами понадобится цветная бумага, заготовки, которые я сделала заранее, и клей-карандаш. Так, берем нашу цветную бумагу оранжевого цвета и сгибаем ее, так делая гармошку. Линию сгиба хорошо проглаживаем. Так, теперь сгибаем пополам. Вот эту внутреннюю часть мы намазываем клеем. И соединяем. Итак, теперь нам нужно к нашей морковке сверху сделать ботву. Для этого мы с вами берем 6 полосочек зеленого цвета. Осталось две. Так. Теперь мы приклеим к нашей морковке глазки. Носик. И ротик. Вот такая морковка у меня получилась. А у вас получится еще лучше. Я буду ждать вас на следующем занятии. Пока-пока!